Значит так, я предпочитаю, чтобы моя тачка была всегда крутой. Предпочитаю, чтобы мои тачки были всегда крутыми, навороченными, навороченными, сногсшибательными. А все почему? Потому что я Exhibit. К сожалению, у одного парня родил его Кадиллак давно. Последний раз он зажигал тогда, когда... Никогда. Скоро он будет петь, как... Я прокачаю его тачку. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. Привет, МСВ. Это мой кактус. В 86-м году это была самая крутая тачка. На такой ездила корова. У меня ничего не работает в машине, не опускается стекло, не горят фары. Ты что испортил? Если я приезжаю в какой-нибудь Макдональдс, мне приходится выходить из машины, заходить в машину, и заходить из машины, и выходить в Макдональдс. Радио у меня нет давно. Я сам себе радио еду и пою. Петь я, правда, не умею, но высокие ноты беру с удовольствием. У себя в машине я регулярно убираюсь, там у меня чисто. В багажнике полно всякого барахла. Баскетбольный мячик, чик, 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 чик. Логан не подозревает, что сегодня мы наведем попрошу на его тачку. Логан, старичок. Ведем на пикничок. Ладно, я погнал. О, господи, это что такое? Теперь давайте думать, что мы с ней сделаем. Какие есть идеи? Надо просто аккуратно сказать «Погнали!» Ну что, можно сделать радацию. Здесь поставим спинер, сюда засунем пуроги. Достаточно! Так, электроника. Предлагаю на заднем сиденье поставить мониторчик. В стоечке мониторчик. В багажник монитор. Достаточно! Вы что, спите? Это нет! Так, аксессуары. Прежде всего избавимся от Дениса. Так, колеса и колпаки. Надо подобрать самые крутые гидравли. У Логана не было люка в крыше. Ты не был дед. Чтобы отделить бампер, надо отделить бампер. Логично. Снимаем шикарные колеса, ставим убогие. Вот этот вот гидравлический поршень. Сейчас мы его будем вручную доводить до ума. Так, я решил, что надо поставить два пневматических регулятора. Надеюсь, они исправят ситуацию. Давайте попробуем. Мы уже вложили в его машину 20 тысяч японцев. Открывай! Логан пришел, заканчиваем. Я думаю, Логан с ума сойдет, когда увидит свою новую машину. Смотри. Логан, это шутка. Еще раз так пошутишь, я тебе голову прострелю. Поехали! Сейчас я натягиваю, так машу. Вот не надо, вот этого не надо.